Добрый день, гости нашего канала. Сегодня я вам покажу, как вязать вот такой вот узор. Ну, он напоминает шахматную доску. Графическая схема рапорта узора в описании к видео. Смотрите, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Приятного просмотра! Начнем. Для нашего рапорта нам понадобится 8 петель. Я набрала на 3 рапорта плюс 2 кромочные. Итого у меня получилось 26 петель. Первый ряд надо провязать лицевой, а второй изнаночный. И переходим к третьему ряду. Вяжем 3 лицевые. 1, 2, 3. 2 изнаночных. 1, 2. 1 лицевая и снова 2 изнаночных. 1, 2. Конец нашего рапорта. Снова повторяем. 3 лицевых. 2, 3. 2 изнаночных. 1, 2. 1 лицевая и снова 2 изнаночных. Наш второй рапорт и третий. 3 лицевых. 1, 2, 3. 2 изнаночных. 1, 2. 1 лицевая, 2 изнаночных. 1, 2. Кромочная. Четвертый ряд. Мы будем чередовать петли. Лицевая, изнаночная. Лицевая, изнаночная. Лицевая и 3 изнаночных. 1, 2, 3. Это конец нашего рапорта. Снова повторяем. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая и 3 изнаночных. 1, 2, 3. Третий рапорт. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая и 3 изнаночных. 1, 2, 3. Кромочная. Пятый ряд. 3 лицевых. 1, 2, 3. 2 изнаночных. 1, 2. 1 лицевая. 2 изнаночных. 1, 2. Конец рапорта. Повторяем. 3 лицевых. 1, 2, 3. 2 изнаночных. 1, 2. 1 лицевая, 2 изнаночных. Конец рапорта. Повторяем. 3 лицевых. 1, 2, 3. 2 изнаночных. 1, 2. 1 лицевая, 2 изнаночных. 1, 2. Кромочная. Шестой ряд. Снова чередуем. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая и 3 изнаночных. 1, 2, 3. Конец рапорта. Повторяем. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, 3 изнаночных. 1, 2, 3. Конец рапорта. Повторяем. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, 3 изнаночных. 1, 2, 3. Кромочная. Седьмой ряд мы вяжем полностью лицевыми, а восьмой ряд мы полностью вяжем изнаночными. Девятый ряд. 1 изнаночная, 1 лицевая, 2 изнаночные, 1, 2, 3 лицевых, 1, 2, 3 и 1 изнаночная. Конец рапорта. Повторяем. Изнаночная, лицевая, 2 изнаночные. 1, 2, 3 лицевые. 1,
2, 3. Одна изнаночная. Конец раппорта повторяем. Лицевая. Ой, изнаночная, извиняюсь. Лицевая. 2 изнаночные. Раз, два. 3 лицевых. Раз, два, три. Одна изнаночная и кромочная. 10-й ряд. 1 лицевая, 3 изнаночных. Раз, два, три. 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная. Конец раппорта повторяем. 1 лицевая, 3 изнаночных. Раз, два, три. 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная. Конец раппорта. Повторяем. Лицевая, 3 изнаночных. Раз, два, три. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, кромочная. 11-й ряд. 1 изнаночная, 1 лицевая, 2 изнаночные, 1, 2, 3 лицевых, 1, 2, 3 и 1 изнаночная. Конец раппорта повторяем. 1 изнаночная, 1 лицевая, 2 изнаночные, 1, 2, 3 лицевых, 1, 2, 3 и 1 изнаночная. Конец раппорта повторяем. 1 изнаночная, 1 лицевая, 2 изнаночные, 1, 2, 3 лицевых, 1, 2, 3, 1 изнаночная, кромочная. 12-й ряд. 1 лицевая, 3 изнаночные, 1, 2, 3, 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная. Конец раппорта. Повторяем. Лицевая, 3 изнаночных. 1, 2, 3. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Конец раппорта. Повторяем. Лицевая, 3 изнаночных. 2, 3. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, кромочная. Я довязала наш раппорт. Он получается 3 раппорта в ширину и 1 в высоту. Сейчас я еще довяжу один раппорт в высоту, чтобы подчеркнуть красоту узора. Я довязала еще один раппорт и получился вот такой узор. Он чем-то напоминает даже как бы шахматную доску. Но он пойдет для вязки кофты или каких-то детских вещей.